Итак, дорогие друзья, ну что, всем привет, и сегодня у меня будет новенькое видео на моем питбайке, ну, с моим питбайком, вот, и сегодня я поеду кататься. Также хочу попросить, чтобы вы поставили лайки, подписались на канал. Ну и набрали максимальный актив. Я на все отвечу. Блин, скоро, по-моему, пойдет дождь. И я этого не очень хочу, чтобы я попал под него. Потому что я вообще сейчас далеко от дома.
Там все видно. Наверное, должен проехать. В принципе, назад не хочу уже ехать. В принципе, смотрите, тут более-менее еще твердое, так сказать, покрытие. И как бы еду нормально. Теперь мне надо будет заехать вот сюда, на дорогу. А это еще как бы препятствие такое. Так, ну, на этом я буду заканчивать это видео, потому что уже, в принципе, и так получилось. Я думаю, что интересно, хотя, в принципе, ничего не говорил особенного, но надеюсь, что вам понравилось. Поэтому давайте, всем удачи, всем пока, ждите новое видео.